Фёдор Иванович Тютчев. Стихотворение «Теперь тебе не до стихов». Теперь тебе не до стихов, о слово русское родное, созрела жатва, жнец готов, настало время неземное, ложь воплотилась в булат каким-то божьим попущением. Не целый мир, но целый ад тебе грозит неспровержением. Все богохульные умы, все богомерзкие народы со дна воздвиглись царство тьмы во имя света и свободы тебе. Они готовят плен, тебе пророчат посрамление. Ты лучших будущих времен глагол и жизнь и просвещение. О, в этом испытанье строгом, в последней роковой борьбе не изменишь ты себе и оправдайся перед Богом.